Попрошу без рук. Страус буквально затоптал туриста, который полез к нему обниматься. Все произошло на страусиной ферме в Южной Африке. Тьен Ван Вик оказался рядом с птицей, но страус к близости был не готов. Он задором бойца смешанных единоборств повалил мужчину на землю, да и начал ногами добивать. И попутно клювом. Очевидцам такого неравного боя удалось спугнуть птицу, но страус поле битвы покинул с гордо поднятой головой. Оппонент отделался легкими ушибами и царапинами.